Hold. Lopez, another lefty from Spain, they tend to hang out a fair bit in practice together. Again, and the players could attack him. Again, ducks to B. Not about 46 matches. But to finish off. For it. That would rock his world. Oh, well done from Vidasco. That's nicely done. That's that's a solid volley. Makes it play. Ну, естественно, кто-то должен уступить, поскольку в теннисе ничьих не бывает. Да, и до этого они достаточно часто... Встречи с приятного результата. Помните, как в прошлый день, вот вчера мы... С большим удовольствием говорили про Маргариту Гаспарян, которая в первом же круге одолела Сару Ирани и в трех сетах одолела. Пиша не имел. Вот хороший противоход получился. Нет, не упустит, вел мимо. Но мне кажется, они настолько знают друг друга. Во-первых, они играли уже 16 раз. А во-вторых, пара играет вместе и тренируется наверняка много. Ух, как упустил Вердаско инициативу. Против Стена Вавринки, который посеян здесь под четвертым номером. Давно мы не видели Турсунова. Травмы замучили этого теннисиста, но вроде бы оправился. И начинает сезон с открытого чемпионата, с турнира Большого Шлема. Какой соперника вообще, на что способен. А такие вот тут молодые перспективные, они, в общем-то, с особым энтузиазмом против подачи. Ну и что будет крутить?
хорошая, глубокая получилась под линию квадрата подачи. Сумасшедший розыгрыш у эйса. Это потом. Ой, молодец. И подача, смотрите, какой у него удар получился слева. С двух рук. При подаче и хорошую игру с лёта. Надаль, конечно. Здесь, видите, жеребий как сработал. Да, Федерер в трех сетах обыграл Николаша Басилашвили из Грузии. Мы говорили об этом, что он... Ракетки опускает, но это особенность испанского теннисиста. Итак, смотрим, что Надаль пока преимущество, пока преимущество. Это, во-первых, и во-вторых, по-моему, безошибочно. Все, что он осуществлял, все было выиграно. Это ж в одном даже гейме. Никак не удается Надалю, никак. Девять и девять в пользу Фернандо Вердаско. Ну, это на двоих. Арену с Тамми Паттерсон. Ну, особого гейма в игре Надаля не должно произойти. Но опытные турнирные бойцы. Видимо, форма. Не та форма сейчас. Не то состояние. Приводим вам соотношение невынужденных ошибок и соотношение активных розыгрышей. О, бедра, травма, колено, голеностоп. Хочу сказать, что сегодня будет последний матч Лейтона Хьюита. Но вообще-то, когда прощаются великие игроки, играют последний турнир, то это всегда смотрится очень трогательно. В Барселоне Надаль выиграл 6-0, 6-4. И Гамбург. У Надаля в два раза больше ошибок, чем активных меньше розыгрышей. Меньше ошибается, но и меньше выигрывает, причем в три раза. С игроками, которые играют правой. Тенниса на невынужденные ошибки одного из соперников. Два брейкпоинта. Поинтов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дастин Браун. А Фабио Фанини в третьем круге на US Open. Третий круг Надаль. Вот так. Догонит. Играть. Браво. У Рафаэля и первая подача. Вердаско.
Сейчас он стоит пятый, и это настолько профессиональный игрок, что... Большого шлема. Последний раз это было на Ролан-Гаросе, когда он проиграл Джокович. Выиграл он Новака Джоковича. Ролан-Гарос, но это был... 14-й год. 14-й год. Не играл даже US Open в 14-м году. Там после Умблдона только в сентябре попробовал Рафа что-то сыграть. Но не очень удачно. В Китае проиграл. Хороший перевод. Он выиграл, по-моему, три победы в прошлом году у Надали. Это Буэнос-Айрес, Штутгарт и Гамбург. И события носят вялотекущий характер в этом матче. За редким народу будет много. Лейтон Хьюитт все-таки любимец клуба. Проверит. Ты привело это все к потере сета. А вот сейчас кого-то несисто спасала подача. Сколько я поменяю, не знаю, с какого момента она работает, но сейчас у нее Найджел Сирс. Это... Еще более поднимает шансы Надаля. Шума много. А мяч летит в середину корта. Вот это уже поинтереснее. Он ошибается в игровых эпизодах, не очень сложных-то игровых эпизодах. А полагаться на то, что играть будешь эйсом, спасать не всегда, не всегда. Как время летит, сколько уже сыграно, сколько результатов, сколько титулов у этого весьма. Это надо очень многие спрашивают, да. Почему? Почему вот, почему ты так не можешь подать, когда пойдет к сетке? И это, конечно, его выручило. Ничего себе, к, вот победители этого матча, который мы с вами наблюдаем. Знаю. Ровно. Так можно, в общем-то, на фоне двойной ошибки поймать неуверенный теннис. Ну, похоже на Вердаску. Это догонит. Ему это не особо гордится. Дал Джонсон. Он победитель, он должен радоваться. Тяжело далась победа, видимо. Им так же, как и спортсменам, так же, как и зрителям, жарковато бывает, но они почаще... Это... Разным игрокам свое, каждому. Говорили о том, что Гулбис сломал чуть ли не все свои ракетки.
после поражения или нет, в процессе? Нет, в процессе. В процессе. Ну, ребаунд-тест сейчас все называется хардом. Ну, у хардов тоже есть свои разновидности. И по этому поводу я вот смотрю на сетку, я вспоминаю, что были, конечно, в теннисе масса всяких предложений. Но чем, на мой взгляд, хорош теннис? Ввели вот эту, что третий сет играется. Смешанный вариант. Проскочила такая информация, что, да. Кстати, сам, по-моему, Федерер предложил Мартине. Почему я думаю, нет? Что Мартина будет очень интересен. Успешно выступает в парных и смешанных разрядах. Ай-яй-яй. Вердаско завелся. Мне кажется, завелся. Уж очень хорош у него был прием. Половину меньше выигранных мячей у Надаля за весь матч. Рафа делать интересно. По центру. Неисключенный момент. Все-таки здесь картина такая, что одному надо выигрывать, другой хочет продолжение сета. Ну вот больше... Обидно, досадно, но ладно. У сетки он сегодня. Как ноги. В общем, в процентном отношении чуть около 40%. Лучше у него состояние. Уж кто-кто, а он-то должен быть окрылен. О, нет. По-моему, вот этот гейм подломил его. Ноль тридцать. Конечно, это не совсем уж трагедия. Но это Надаль на той стороне. Тут тоже останавливать счет. Судьи и игроки. Вторая подача. Один-один. Играть. Явно, что она будет послабее, у Фернандо появляется возможность укрепить. Аут. Две подачи Вердаско. Первый квадрат. Ой, какая прелесть. Ну... Маток Санс. Беттани. Беттани. Любимица. Я знаю, ваша любимая. Ну что, мне нравятся такие игроки. Да, так же, как и Вика Азаренко вторым запуском играет на центре. Ну,
больше. По 15. Пил, может быть, я как-то... Нет, нет, все-таки отбросил мячи один. У теннисиста в руке и... Там не было брейкпоинтов. Была. Даже, ну, не хотел. Он иногда может так лихо отмахнуть. Нет, не стал рисковать. Из правого квадрата у него хорошо в прошлом гейме на подаче надо. Ой, как я бы сейчас только на первую подачу поставил бы. Так и делает. Надаль, какой прием классный, а? Впечатлениями. Ровно. По-моему, не было подачи. Ну, уже все, уже поздно. Уже все, заиграли. Все, все. Как же он забегает. Как разыгрался. В пяти двойных ошибках. То есть... По-моему, поиграл Надаль вот в невероятных пяти сетах. Надаль выиграл вот тут в 2009-м, если будет. Первый матчбол у Вердаска. Именно. Абсолютно. Это правда.